много информации о гидравлическом домкрате Airline AGB08 8-тонник. Как им пользоваться и что к чему? Ну, первое, на что обращается взгляд, это, конечно, вот эта штучка. Это так называемый удлинительный винт, когда домкрат ставится под машину или под груз какой-то, который нужно поднять. И если до этого груза или до части машины, под какую должен упереться, еще какое-то место есть свободное, то можно, в принципе, этим длинным винтом упереться в эту часть, а потом уже приступить непосредственно к работе. Что здесь у нас? Эта пробочка означает уровень масла. То есть масло должно быть по эту пробочку залито. Это можно завернуть. Вот это клапан спускной, выпускной, чтобы выпустить воздух при, ну, перед работой. Перед работой и в конце работы. Перед работой мы выпускаем воздух. Это у нас предохранительный клапан. И выпустили воздух. Теперь нужно вставить ручечку, рукояточку, либо рукоятку вставляем, либо так вставляем, либо можем использовать удлинитель для удобства. И прокачиваем. Вот видно, что домкрат начал свою работу. Когда груз поднят, мы сделали свою работу, нужно опустить, то потихонечку нужно открутить вот этот выпускной клапан. Он открывается следующим образом. Вставляется трубочка и медленно открывается. Открыли, и груз, который давит, он опускает домкрат. Единственное, что следить, под чем вы находитесь, под грузом или нет. То есть убедитесь, что вы вышли из-под груза, из-под машины, из-под той части, которая может вас придавить, а потом аккуратненько, медленно, против часовой стрелочки, поворачиваем, и домкратик опускается. В принципе, это тот минимум знаний, который необходим для работы домкрата.